арт-директор музыкального фестиваля, известный всему миру пианист Денис Мацуев. Он отметил, выступления прошлого года были аншлаговыми. Все участники – лауреаты и победители престижных мировых музыкальных конкурсов. На различных зарубежных площадках именно они показывают жизненную силу российской исполнительской школы. Фестиваль «Крещендо» родился импровизационно, когда Давид Смелянский спросил меня: «Скажи мне, а у нас есть еще талантливые молодые музыканты?» Я сказал: «Конечно, есть». И вот тот псковский вечер, это было в Пскове, юбилей этого города, когда мы играли с оркестром маэстро Юрия Тимирканова. Так родился этот фестиваль, которому уже 9 лет, и мы все готовимся к нашему первому большому юбилею. Выступления будут проходить в течение 3 дней в Зимнем театре с 19 по 21 июля. Вступительное слово в программах концертов от Святослава Белзы. «Крещендо» в свою орбиту вобрал уже более 100 музыкантов, часть которых и немалая живет за рубежом, но они все равно прославляют Россию и принадлежат к нашей школе. И когда у каждого из них своя и весьма успешная карьера, свои лауреатские и прочие почетные звания, но когда они собираются вот так вместе, это действительно демонстрация силы, силы таланта. Откроется симфонический гала-концерт выступлением Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. Как сообщил главный дирижер оркестра Александр Сладковский, пару дней назад они участвовали в закрытии универсиады, и вот теперь новое выступление в Олимпийском Сочи. В этом году мы второй раз будем свидетелями этого шедеврального, на мой взгляд, фестиваля, и очень надеемся, что он точно получит у нас постоянную прописку на долгие годы. В программе концертов симфонические произведения Чайковского, Рахманинова, Гершвина, музыкальные шедевры Гайдна, Моцарта, Шопена. Будут и джазовые импровизации, яркий инструментальный микс, виолончель, ударные, альпийский рок, фортепиано, баян и скрипка. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.